И словом, и делом они раскрывают важные проблемы современного общества и предлагают решения. Всероссийский студенческий фестиваль социальных проектов «Медиакласс» проходит в Химках. Это одно из ключевых событий года для активной молодежи со всей России. Ребята присылают видеорекламу, радиорекламу, фотоработы, социальные фотографии, комплексные проекты делают, которые посвящены актуальным современным проблемам общества. И обозревая их, часто люди узнают о каких-то новых проблемах и пытаются с ними справиться и, может быть, не допускать каких-то ошибок. Помимо конкурсной, организаторы подготовили и насыщенную образовательную программу. Лекции для молодежи пришли прочитать ведущие специалисты из сферы рекламы, пиара и дизайна. Одним из спикеров стала Ольга Жукова, креативный директор одного из рекламных агентств Москвы. Девушка рассказала об одном из самых востребованных направлений в рекламе – создание контента под ключ. Контент должен быть интересным, он не должен раздражать. Он должен нативно интегрироваться в жизнь пользователя и быть ему, понятным. Кто-то любит смотреть гонки, кто-то любит смотреть туториал по макияжу. Нет единого правила. Есть правило: найди свою аудиторию и сделай для аудитории то, что она хочет. И тогда будет удача. В этом году на конкурс подали более 400 работ. Участники – студенты, ученики колледжей, школ Москвы и Московской области, Челябинска, Саранска, Дзержинска, Хабаровска и других городов. Темами представленных проектов стали сохранение природы и памятников культуры, помощь людям, попавшим в беду, здоровый образ жизни молодежи.